Так, значит, следующая тема у нас насчет Windows 10. Это новая система у нас, новый Windows. Он как бы классный и как бы, с одной стороны, недоделанный, и люди к нему еще не привыкли. Нужно скачивать еще правильный Windows. Всегда, в принципе. И у нас такая тема. У всех, кто скачивал новый Windows с новыми обновлениями, а также кто обновлял Windows, да, у них выходит вот такая проблема. Мерцающий экран. То есть экран мерцает, и система перезагружается, короче, система папок, вот вся эта система Windows. Вот, то есть сейчас на видео продемонстрирую, как это происходит. Вот. Значит, вот смотрим внизу, видите? Вот смотрите внимательно внизу, они исчезают все. То есть система перегружается и выходит вот такая надпись. Вот она. Эта проблема решается на самом деле легко. Вот снова сейчас будет она. То есть нормальный компьютер при этом не работает. Так как же мы решаем проблему? В общем, ну, проводник перезагружается, и постоянно все, все программы, короче, тоже как бы перезагружаются и нормально не могут работать. На экране виднеется надпись. Hold Escape Key to prevent start is back from loading. Вот. Решается проблема отключением опции в программе Start is back. Start is back. Вот так она пишется. Вот, пожалуйста. Запомните себе, напишите. Вот. Как туда заходить, как ее удалять? В общем, она вот. Вот я ее удалил. И, в общем, все меню поменялось. Вот. Вот что мне удалось найти. Да пошла ты. Вот. Те, кто у кого Windows 10 есть, вы заметите, что у меня здесь простенькое меню, другое совсем, потому что оно поменялось, потому что эта программа, она связана с оформлением Windows, и я ее удалил, чтобы у меня не было проблем с этим. Вот. Значит, это не то. Заходим в панель управления. Так, где она у нас? Или отсюда легче зайти. Свойств легче зайти. Так, зашли мы, значит. Главное, вот она. Да? А, он это по-другому, по-старому сделал. И как мы зайдем сюда? Ну-ка. Это вообще не то. А, в принципе, вот нашел. Вот приложение и возможности. В общем, где там приложение, у программы установлены. А тут заходите. И вот, выбирайте удалить. Находите вот это вот самое Start is back. Вводите его. Вот. И удаляете. Но тут еще есть другой вариант. Вот. Можно найти пункт переключения. И видим пункт использовать фирменную панель переходов для панель задач. И отключать его. Вот и все. Мерцание уничтожено. На этом всем спасибо. На самом деле Windows 10 очень, очень классный. Просто нужно больше знаний. Это новый Windows нового поколения, и нужно больше знаний там. И нужно правильную версию скачивать. Она очень большая, сам Windows очень большой, много весит, 20 гигабайт. То есть это средний размер. Этих 20 гигабайт будет слишком много. На самом деле там слишком много ненужных служб. Вот так-то.